семье Назаровых в библиотеке номер один практически в полном составе. Родные приехали поддержать Наташу, которой совсем недавно исполнилось 14 лет. А значит, пришло время получить паспорт гражданина Российской Федерации. Вроде недавно свидетельство о рождении было, а теперь уже свой паспорт, и ты уже стал гражданином Российской Федерации. Вручение первого паспорта почти как день рождения. Торжественный праздник с нотками ностальгии. Вот и папа Натальи, Алексей Назаров, не удержался. Вспомнил, как сам получал главный документ. Я помню, что я фотографировался. Для меня это было очень значимо. Потом очень долго пытался расписываться в этом, тренировался, чтобы делать подпись. Потом, наконец-то, получил паспорт. Да. Очень давно было. Всего за первым паспортом гражданина Российской Федерации в Одинцовскую библиотеку пришли 14 ребят. Кроме документа, их ждал еще и подарок. Это история государства российского. Вот такую книгу получит каждая семья. Каждый, кто сегодня получит паспорт, унесет с собой домой вот эту интересную, важную книгу о нашей истории, нашего государства. Будете вечерами открывать любые странички и читать, что же было в России в те времена и что сегодня. Кроме того, 14-летним жителям городского округа напомнили, паспорт дает не только новые права, но и обязанности. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».